Спортивный комплекс «Солнечный» будет работать и летом. Весь июнь бассейн будет доступен для всех желающих. Это единственное спортивное сооружение с бассейном, которое не закроется на летний период. Часы работы комплекса с 9 утра до 8 вечера. По словам руководства дирекции спортивных сооружений, стоимость посещения бассейна в «Солнечном» в июне не изменится. Мы вот, как в 2009 году, мы сделали там чашу бассейна, и мы дальше просто продолжаем его эксплуатировать, и ну, народ доволен. Все равно в летний период времени какой-то спортивный комплекс должен работать, хотя бы чаша бассейна в июне месяце. Ну и вот мы приняли такое решение, что это будет «Солнечный».